свои 15 Мария Девяткина достигла больших высот в легкой атлетике. Девушка успела представить наш город на областных и всероссийских соревнованиях и завоевать на них более 50 медалей. В июне на первенстве России в городе Калуге в командной эстафете спортсменка заняла 3-е место. Когда я езжу на такие большие соревнования, как ПФО, Россия, это, конечно же, в первую очередь я набираюсь опыта. Отличилась Мария и на соревнованиях в Пензе. Девушка показала отличный результат, став первой на дистанции 400 метров. Евгения Иришева в гладкой дистанции на 400 метров прибежала второй. А вот Павел Жарков в первенстве ПФО взял бронзу в тройном прыжке. Самое сложное было настроиться на прыжки, потому что ребят старше, сложно все равно. Ниже их кажется все это. Прыгалось легко, хорошая погода сопутствовала. Просто сложно всего было настроиться. На подготовку к соревнованиям у ребят и тренеров ушло около полугода. Каждый день по 2 часа тренировки, спортивный режим и максимальная концентрация. Вот залог высоких результатов. Важно в первую очередь для детей, потому что они же пахали, трудились. Им хотелось показать, проявить себя, на что же они подготовились. Во-вторых, мы защищаем честь города Сарова. Несмотря на то, что легкоатлетический сезон закончился, ребята продолжают тренироваться. Осенью юные спортсмены отправятся на очередные соревнования, где снова планируют подняться на высшую ступень пьедестала. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.